Следующий. Здрасте. Здрасте. Это банк. Что? Я говорю, это банк. Вы читать умеете? Нет. Нет? Да. Тогда или нет? Ну, больше нет, чем да. Ладно, проходите. Прошел. Садитесь. Сел. Что вы на меня смотрите? А на кого мне смотреть? Вы ко мне пришли? Ну, я же у вас. Вы по какому вопросу? Я хочу взять кредит. Тогда ко мне. Я руководитель кредитного отдела, Минеева Татьяна. Сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Татьяна, мне нужен кредит. Прекрасно. На какую сумму? 500. 500 тысяч долларов. Рублей. 500 тысяч рублей. 500 рублей. 500 рублей? 400. Нет, да, 500. 500. Значит, вам нужен кредит в размере 500 рублей. 500 рублей. На какой срок? А на какой можно? У нас кредиты выдаются от 2 месяца. Мне на 70. 70 месяцев? Лет. На 70 лет? На 70 лет. То есть вы хотите платить по 0,4 копейки в месяц? Ну да, думаю, потяну. Знаете, в нашем банке это первый такой случай с такой суммой и с таким сроком. С почином. Что ж, давайте не будем терять времени, заполним анкету. Давайте. Цель кредита. Мне нужно срочно уехать из страны. Куда? В другую страну. Какую? В другую. Почему? Меня ищут. Вы в розыске? Да. В федеральном? Нет. А в каком? А какие еще есть? Слушай, давайте сразу еще раз сначала начнем. Где вы работаете? Давайте. А кто вам сказал, что я работаю? Вы безработный? Нет. Значит, вы где-то работаете? Ну, где-то работаю, где-то не работаю. Слушайте, понимаете, мы банк, мы не можем так отвечать на вопросы анкеты. Давайте остановимся там, где вы работаете. Давайте остановимся там. Итак, я остановилась там, где вы работаете. Ты остановилась там, где я работаю? Да, я остановилась там, где вы работаете. На Тушинском заводе. Вы работаете на Тушинском заводе? Ну, я знаю, ты там остановился, тебе видней. Слушайте, вы понимаете, что в конец рабочего дня у меня мозги уже плавятся. Значит, вы работаете на Тушинском заводе? Да. Кем? Распределителем. Распределителем чего? Зон по посадке. Распределителем зон по посадке чего? Свеклы. Значит, вы работаете на Тушинском заводе распределителем зон для посадки свеклы. Да. Начальником? Нет, начальник другой человек. А вы заместитель? Да, я его правая рука. Вы его правая рука? Да, он инвалид. Слушай, давайте еще раз поймем, кем вы работаете. Я работаю на Тушинском заводе распределителем зон по посадке свеклы. Ладно, прописка есть? Есть. В Москве, в Московской области? В Москве и в Московской области. Как это? Так это. Слушайте, вы живете и в Москве, и в Московской области? Да. Адрес есть? МКАД. Что значит МКАД? То место, где Московская область переходит в Москву. Так как точный адрес есть? МКАД, 9 километр. Дом, квартира? Шалаш. Шалаш? Шалаш. Так, значит, МКАД, 49 километр, шалаш номер? 6. Номер 6. Подъезд есть? Подъезда нет. Есть подход. Какой подход? Через лес. МКАД, 9 километр, шалаш номер 6, есть подход. Есть домофон? Есть домовой. Значит, МКАД, 49 километр, шалаш номер 3, подход через лес, есть домовой. Да. Давно там живете? С 2009. А до 2009 года где жили? В 2008. Слушайте, я уже не знаю, что у вас. Давайте последний вопрос ответим в анкете и все. Давайте. Вы не знаете, как закончить этот номер? Знаю. Дайте мне 500 рублей, и номер закончится. I see you.